Евгений Кунгуров совершил самоубийство 8 апреля. Его окружение и родные до сих пор в шоке от произошедшего. Сейчас они готовятся к похоронам. Стало известно, что прощание со звездой шоу «Голос» Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище 11 апреля. А вот похороны певца состоятся в поселке Заречный в Свердловской области, именно там родился артист. Информацию уже подтвердил концертный директор артиста. Завтра в 15 часов ровно на Троекуровском кладбище пройдет прощание. Затем его повезут на родину хоронить, здесь не будут. Похороны пройдут в поселке Заречный. Самоубийство Евгения Кунгурова стало настоящим шоком для всех его поклонников и друзей. У него были запланированы выступления на конец апреля и начало мая, в середине месяца должны были пройти съемки передачи «Романтика романса», которую певец несколько лет вел с Екатериной Гусевой, выпуски перенесли на осень, а имя нового ведущего объявят позднее. Напомним, Андрей Малахов снял программу, посвященную Евгению Кунгурову. В студию Малахов пришли его друзья, родные, близкие и поклонники. Они все отзывались о певце как о достойном человеке, который до последнего боролся и старался победить тяжелый недуг. Мало кто знал, что Кунгуров последние годы лечился от психического заболевания и тяжелой депрессии. В 2023 он трижды лежал в психиатрической клинике, а за день до самоубийства писал лечащему врачу, который предложил госпитализироваться, но звезда шоу «Голос» отказался. Отец в беседе с Андреем Малаховым подтвердил заболевание сына. Последний раз он видел его живым 7 числа, но даже представить не мог, что больше они никогда не встретятся. Что-то его беспокоило сильно, но про онкологию – это все глупости. В 2023 году он лежал 3 раза, да. Там куча всего было, заболеваний полно, но непонятно, откуда они возникли. Я видел его 7 числа в последний раз. Он болел, болел очень сильно и просто не выдержал эту болезнь, сказал Виктор Кунгуров в эфире телеканала «Россия-1».